Я не знаю, есть ли мир, есть ли что-то вне меня. Это то, что я вижу. Я вижу свою проекцию своих свойств. На самом деле, нахожусь в свете бесконечности, а вижу я свои свойства, обратное свойство бесконечности. И мои свойства, это они находятся на уровнях Авиюта. Первый, второй, третий, четвертый. Поэтому я вижу перед собой мир, состоящий из неживого, растительного, животного и говорящего уровней. На самом деле это мои свойства. Поэтому кроме человека и Творца нет ничего. А если ему кажется, что есть, это только презентация, проекция его изменений по отношению к Творцу, насколько человек еще не находится в слиянии по свойствам, в тождестве с Творцом. Таков мир, поэтому называется скрытие, исчезновение и так далее. А когда мы поднимаемся по ступеням возвышения, мы все больше и больше поднимаемся вверх, пока не включаемся в свет бесконечности. Потому что там уже все миры исчезают.